заказали на сайте шиншилки еще для своих любимцев. Бихилдон. Таблетки от глистов для собак и котов. В упаковке 30 таблеток. Есть инструкция внутри. Здесь графа на сколько килограмм. На 10 килограмм одна таблетка. С запахом мяса. Упакованы в отдельные блистеры. Все в картонной коробке. Здесь мякое мясо. Интересно, пахнет мясом или нет. Пахнет чем-то, только не мясом, по-моему. Лапчик, тебе такое пахнет? Ты такое ела? Мне не очень, кажи, да? Ну, наверное, облизываешь. Ну, мы тебе взвесим, сколько ты весишь. Потом тебе дадим правильно. Таблетку удобно разломать на 4 части. То есть на 2,5 килограмма. Правильно? 2, да? Да, наверное. Легко ломается или нет? Ломается легко. Удобно делить. Ну, не совсем ровно, но я сделала это одной рукой. Ну, в общем, проверим. У нас тут и котики, и собачки. Будем проверять, пробовать, делать профилактику. Ну и в дальнейшем, скорее всего, тоже будем заказывать. Если собакам понравится, естественно, на шиншилке.